Лучший подарок ивановским зрителям – прославленные и талантливые гости. В цирке с удивительной по своей насыщенности программой выступают артисты шоу «Марица» и «Дана Запашных». Зрители ждут яркие выступления, красивые костюмы, хорошо срежиссированное и поставленное представление. Внимание аудитории приковано к манежу с первой до последней секунды. Не заскучают даже маленькие гости. Ну, нам нравится представление. Мы были на цирке Никулина, теперь приехали на цирк «Братьев Запашных». Нравятся очень костюмы, очень понравились гимнасты. Я не знаю, но мне все нравится. Меня впечатлило очень, как девушка с обручами была и как девочки на канате были. Ну, мне понравились обезьянки и собачки. Под куполом цирка артисты исполняют гимнастические номера без страховки. Спектр эмоций зрителя меняется от удивления и ужаса до восхищения и восторга. Любители зверей на манеже тоже не останутся без сюрпризов. Для них выступят неповоротливые на первый взгляд собаки и гордые верблюды. Мне больше понравилось две тетеньки, которые поднимались наверх и крутились. И тетенька, и дяденька, которые поднимались и крутились, по канату ходили. Они там наверху перекручивались. Мне все понравилось. Безусловно, жемчужина шоу – выступление Дана Запашного и двух его напарниц – шимпанзе Мальта и Бонни. Кажется, что приматы понимают своего хозяина с полуслова и реагируют даже на шутки из зала. Что и говорить об акробатических финтах, которые они выделывают. Мы стараемся каждый раз работать со всей ответственностью. И независимо от того, какой город и какая публика, мы максимально выкладываемся. И, конечно, приезжая в города, где мы уже были, это особенно важно, потому что стараемся оправдать ожидания зрителей, которые есть, и даже сделать лучше. Мы стараемся каждый раз по приезду вновь в определенный город изменить представление, добавить какие-то трюки, изменить костюмы, звуковое сопровождение. Ну, мы здесь были 4 года назад, и за это время где-то процентов на 40 представление изменилось. Труппа Запашных в Ивановском цирке пробудет до начала декабря. Представления проходят по выходным. Залы пустыми не бывают никогда. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.